В мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. С утра сегодня в воскресенье, хочешь верь или не верь. Так ты устройся поудобнее и закрой плотнее дверь. И как обычно на премьере по воскресным по утрам, а передача в мире Дэнди прямо в дом приходит к вам. А ты послушай Боба Уха и смотри во все глаза, а ты узнаешь очень много меньше, чем за полчаса. А нам создание передачи помогает магазин. Он называется Дом Дэнди, в нашем мире он один. А в мире Дэнди, а в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди, в мире Дэнди, в мире Дэнди. А в мире Дэнди. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня прекрасный день, и у всех нас хорошее настроение. У вас потому, что вы наконец-то дождались своей любимой передачи «Мир Дэнди». А у нас потому, что у ведущего нашей передачи Артура день рождения. И мы надеемся, что ваше настроение хорошее передастся нам, а наше – вам. И поэтому мы приготовили для вас сегодня самые новейшие игры, самые новейшие секреты, викторину, рубрику «Хелп» и многое-многое другое. А также не забудьте, что сегодня день Валентина, и поэтому покрепче обнимите свою подругу, разделите пополам джойстик и нажмите на кнопочку «Старт». Рассказать сказку про белого бычка. Однажды был такой мультфильм «Ох уж эти детки», и программисты перенесли наших любимых героев на приставочку Sony PlayStation, надеясь, что вы будете ими играть. Ну как, понравилась сказочка, сынок? Сынуля, понравилась сказочка? А джойстик? Ох уж эти детки, и все у них что-то не так, и все им какие-то странные идеи в голову приходят, а на месте им сидеть все равно, что пружинка. Вообще, Rugrats можно приписать к детскому экшену. Не слабо, да? Игра сделана по одноименному мультфильму, который, честно признаться, я просто обожаю. И если кто-нибудь смотрел этот мультик, то некоторые так называемые миссии очень схожи с некоторыми сериями мультсериала. Например, всем известно, что Анжелика обожает печенье и враждует в каком-то роде со всеми остальными детками. Так вот, в одной из миссий вам предстоит съесть все печенье, да еще и убегая от Анжелики, перепасовываться пачкой с другими детками. И кто же наиглавнейший герой игры? Больше всего выделяются Чаки и Томми, и в некоторых уровнях присутствуют и близнецы Фил и Лил. Чаки настолько труслив, что ни в сказке сказать, ни первым описать. Можно это увидеть только в этой игре, когда он бегает по темной комнате с фонариком и уворачивается от воображаемых привидений. Чего-чего, а фантазия у детишек развита хорошо. Благодаря той самой они побывают и на космическом корабле. Кстати, играть придется Анжеликой. Устроят цирк у себя во дворе, найдут гору с мороженым и так далее. Уровней в игре очень много, также и секретные, которые открываются, когда вы пройдете самые первые. Ну из-за чего развернулась вся эта история? Все очень просто. Любимая игрушка – деток-динозавр, а мозаика с изображением этой персоны расстилалась по всему дому. Вот и надо ее собрать. В конце игры вас ждет нечто потрясающее, и что нисколько не относится к деткам, скорее к самому Тирексу. Ручаюсь, что игра понравится всем, и взрослым, и детям. В эфире хит-парад «Мира Дэнди», и на этот раз он будет посвящен жанру 3D-экшен, который не так давно подарил игровому миру много новых хитов. Пятое место. Duke Nukem Time to Kill. Похождение храброго героя. Четвертое место. Легендарное Tomb Raider 3. И его персонаж Лара Крофт. Третье место. Metal Gear Solid. Тактическая стратегия с уклоном на экшен.
Второе место. Новинка. Типа Metal Gear Solid, но называется Siphon Filter. Кстати, о ней сейчас вы узнаете. И первое место. Экшен номер один. Silent Hill. Кстати, сегодня репортаж про эту игру. Не испугайтесь. They are coming. Go, torch it. Burn it all. But what about the serum? Leave nothing. Now I will show you how I deal with informants. Finish him. With pleasure. Ты чё, тебя не слышно? Ты чё, шёпотом ты говоришь? А, просто вслух говори, но... Siphon Filter! Крутая игра. Да, имеет дело с такой игрой, надо быть очень осторожным. Фанаты! Да. Фанаты Metal Gear Solid. Фанаты Metal Gear Solid. И в один голос трепещите. Трепещите! Вот. The place is torched. I don't know what they were growing, but it wasn't narcotic. Наверное, многие читали об этой игре в журналах, и никто не думал, что она пройдет замеченной. Но не тут-то было. Игра может войти во сравнение с самим Metal Gear. Различие состоит в том, что экшена больше в Siphon Filter. А происходит все открыто. То есть выбегаете вы и прямо на огонь попадаете. В процессе же всей игры выполняете всевозможные миссии, типа перестреляй всех и забей тому гвоздь в голову. Но это не самое главное. Главное то, насколько интересна игра Siphon Filter. С самого начала вам дается несколько видов оружия. Так как вы играете за спецагента, соответствующее и электрошок в арсенале у вас есть, а остальное это и М16, и пистолет с глушителем, и винтовка. О ней можно завести отдельный разговор. К ней прилагается оптический прицел с прибором ночного видения. Естественно, и нацелиться можно кому-нибудь в голову. О, этот выстрел будет роковым. Но по желанию может быть и нет. Просто добейте трупа, может кому-нибудь это доставит удовольствие. Короче, игрушка просто отпад. Все можно увидеть самому. Каждое воскресенье на телеканале «Премьер» развлекательная и познавательная программа «Мир Дэнди». В ней есть все, что нужно настоящему игроку. Самые свежие компьютерные новости, всевозможные конкурсы и викторины, куча полезных секретов, ну и, конечно же, сами игры. Если вы заядлый компьютерный фанат или хотя бы увлекаетесь этим делом, то, безусловно, эта передача для вас. Итак, каждое воскресенье в 10:30, несмотря на то, что хочется спать, включаем свои телевизоры и смотрим «Мир Дэнди». Большой фанат Twisted Metal! А я большой фанат Dead and Water! Олег, в этой игре действия будут разворачиваться не на воде! Почему? Потому! Смотрите и все сами увидите! Это танк рейсер! И она не на русском! Need for Speed, Test Drive, Rage Racer. Все это уже в далеком прошлом. Теперь, переиграв Twisted Metal, нам подавай гонку на боевой лад. Так, наверное, думали программисты, создавшие игру Tank Racer. Итак, посмотрим, что же у них получилось. В игре можно выбрать 4 различных режима. Соревнования, одиночная гонка, групповой заезд и любимый боевой режим. Но не он здесь самый крутой. Чемпионат «Кто быстрее приедет» гораздо интереснее. Великолепная трасса, построенная наверняка для соревнований ралли или других подобных, типа Формулы-1. И вдруг 7 разъяренных танков мчатся к заветному финишу. Какие преграды! Вы же на танке, сбивайте все на своем пути. Да и не забудьте о противниках. Они ведь представляют реальную угрозу для вас, как и вы для них. Ведь ваш танк еще и стреляет. Ставит ряд противотанковых мин, ускоряется. Башню танка можно вращать в любую сторону по желанию,
что позволит вести боевые действия, будь вы в начале или в конце колонны. В общем, гонка, в кавычках, получилась на славу. Едешь, стреляешь, валяешься перевернутой в придорожной канаве, встаешь на гусенице, опять едешь. Лучше и придумать ничего нельзя, как поиграть в танк-рейсер. А сейчас настало время подвести итоги нашего прошлого музыкального конкурса. Ваши мелодии мы много раз слушали, смотрели, проверяли, сравнивали их. Но мы решили предоставить шанс остальным. Да, конкурс продляется еще на одну неделю. Друзья, добавьте, ну хотя бы немножко басов. Это на дорожек 5, а? И две дорожки, ребятки. Это слишком мало. Да, а 16 инструментов это... Меньше, чем ничего. А как же приз-то? Приз? Ах да, мы знаем, сколько занимает мьюзик блоков на вашей memory card. И поэтому мы решили сделать главным призом целую memory card. Кстати, те композиции, которые вы нам прислали, они остаются в конкурсе. Но сделайте что-нибудь поновее. И не сломайте все ваши пластиночки, ребятки. А сейчас детям до 16 и людям со слабыми нервами я советую отойти от экранов телевизора, ибо через пару секунд вы узнаете об игре Silent Hill. И так как эта игра является по своему жанру настоящим ужастиком, лучше воспользуйтесь моим советом. Только закаленные геймеры смогут выдержать это. Если, вооружившись словариком, перевести Silent Hill на родной русский язык, то получится очень мирное название – Тихий холм. Не верьте этому, вас жестоко обманывают. Купившись на название, я сел поиграть ночью. И за каких-то полчаса потерял миллионы нервных клеток, 10 лет жизни, а утром вырезал седые волосы. Самый настоящий ужастик. Такого еще никогда не было. После Silent Hill даже Resident Evil 2 начал казаться мне детсадовской бродилкой под ясным солнышком. В самом начале вы оказываетесь в небольшом городишке с очень мирным названием Тихий холм и в полном одиночестве. Очнувшись после аварии, вы сразу бросаетесь на поиски пропавшей дочери. Туман, постоянно идущий снег, странные звуки и какое-то чувство, что за вами постоянно наблюдают. В такой атмосфере постоянно находишься в боевой готовности, но все равно монстры появились неожиданно. Почти весь город можно исследовать в самом начале игры, но большинство мест все равно закрыто. Этот город не подчиняется законам природы. Ночь наступает не тогда, когда надо, а тогда, когда захочет. И тогда начинается самое страшное. Маленький фонарик освещает лишь небольшую часть площади. И за этим световым кругом в черной неизвестности скрываются они, ждущие, пока вы не повернетесь спиной. Да, насколько нужно иметь крепкие нервы, чтобы усидеть за этой игрушкой? Да и не только нервы. Вам пригодятся и боевые навыки, и сноровка, а главное – мозги. Ведь без них вы не решите даже простой загадки, которых на вашем пути будет встречаться очень и очень много. В игре огромное количество заставок, как компьютерных, так и на движке игры, которые постепенно будут раскрывать сюжет самой игры. Невозможно передать на словах этот дикий ужас. Программистам из Хонами удалось сделать настоящий ужастик с жутким названием Silent Hill – Тихий холм. Однозначно, это хит, но только на закаленного геймера. И перед тем, как садиться проходить игру, задайте вопрос, а хватит ли у вас смелости дойти до конца? Только в магазине Roll Sport. Настоящие спортивные очки UVEX. Фирменный дизайн и безупречное качество. Очки UVEX полностью защищают глаза от ультрафиолета. Не бьются и не царапаются. Абсолютно антистатичны. А некоторые модели способны превратить пасмурный день в солнечный. Очки UVEX не искажают реальности. Они делают реальность лучше. Фирменные очки UVEX в магазине Roll Sport. We'll be right back.
А теперь традиционная рубрика Health, и я продолжаю знакомить вас с новыми секретами. На этот раз будет Cool Bodders 3. Все секреты вводятся в опции Tournament вместо своего имени. Вонит АУ. Все трассы. Open пробел М. Все игроки. Big Heads. Большие головы. Кроме этого, введя все эти три кода, вам дадутся все секретные доски. Не знаю, какой код сработал, но доски вы получите точно. Ну вот, к сожалению, очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. Но так как сегодня день Святого Валентина, сегодня вы еще можете погулять. Но на неделе обязательно зайдите в магазин Roll Sport, чтобы посмотреть на находящиеся там новинки. И ни в коем случае не забудьте в следующее воскресенье включить свои телевизоры на телеканал Премьер, чтобы посмотреть очередной выпуск передачи Мерденди, который будет посвящен настоящим мужчинам. Ну а я с вами прощаюсь до следующего воскресенья.